Да. А замуж что это такое? Замуж – любовь. Замуж – это любовь? Да. А что такое любовь? Замужем что там делают? Целуются и еще петь, танцевают. Поют, танцевают? Да. Или поют и танцуют? А? Мама с папой, значит, поют, танцуют и целуются, да? Да. Да? Ну ты же меня как дочь любишь, да? Да. Кошечка моя. Так, и что замужем еще можно делать? Дочь. Замуж. Помогите спасать. Помогает, спасает? Да. Не, ну почему ты замуж хочешь? Ну потому я не смогу замуж. А? Потому я не смогу замуж. Маша, а ты как я? А тебе есть за кого замуж выйти? Жених-то есть? Муж есть у тебя? За кого ты замуж выйдешь? Кто он? Как его зовут? Закир. Закир? Да. А что Закир будет? Я, значит, целовать, да? Помогать, спасать будет. Танцевать, да? Он не будет. Мы завтра не целовались каждый день. Каждый день целовались? А вообще целовали Закира? Ну вот, значит, вы же еще маленькие. Да. Да? Маленькие. Маленькие? Ну, у тебя голоса нету совсем. У меня есть сердце. У тебя есть сердце? Да. Да. Сердце есть. Сердце у всех есть? Да. Да? Значит, ты в школу пойдешь или замуж пойдешь? Что лучше, замуж или школу? Я хочу замуж, школу. И замуж, и школу? А если дети появятся у вас? Когда замуж выходишь, детки же появляются? Детки? Детки, маленькие лялечки появляются. Что? Да-да-да. Они будут писить, какать в памперсы, пеленки. Их надо будет кормить. Да я буду их кормить. А вы увидите, я их буду кормить. Как ты их будешь кормить? Они же сначала же не умеют ложечкой кушать. Они же сиську сосут. Сиську? Да. Они еще... А у тебя же сиськи еще не выросли. Как ты будешь кормить? Доча. Когда я вырасту, я буду их кормить. Да, значит, тебе еще рано. Значит, ты еще маленькая, чтобы замуж выходить. Да. Потому что у тебя еще сиськи не выросли, правильно? Да, когда вот так девочка. И что, сиськи вырастают? Нет. Мам, а ты знаешь? Ой, это у тебя высокого. Да. Ну все, договорились. А когда сиськи вырастут, замуж выйдешь? Скажи. Да?